Ну, я очень доволен тем, как прошла наша конференция. С каждым годом участников все больше и больше. Она была организована традиционно. 2 дня было посвящено онкологическим вопросам, последний день – эстетика. И если раньше на эстетике было больше участников, это, так скажем, поскольку пластических хирургов, ну, наверное, все-таки больше, в общем, чем онкологов, то сейчас я вижу одинаково, ну, даже первые дни, пожалуй, было больше народу в зале. Стали слушатели вести себя более активно, более интерактивно, задают вопросы к спикерам, поэтому это свидетельствует о том, что есть интерес. Мы стараемся расширить спектр тем. Мы пригласили лучших специалистов из России и, пожалуй, ведущих специалистов из Европы и Мексики. Очень хороший уровень. Я очень доволен результатами операции, тем, как все у нас прошло. Надеюсь, мы учтем какие-то, может быть, недочеты, будет какое-то анкетирование, получим отзывы, какие темы в следующем году мы попробуем включить. И заранее приглашаю всех на следующий Moscow Breast Meeting.